17 ноября – день участковых уполномоченных полиции. По этому случаю в округе прошло торжественное мероприятие. Наша съемочная группа побывала на награждении народных полицейских. Они круглосуточно работают с населением и всегда первыми приходят на помощь. Сергей Амирханов работает участковым уже 15 лет. Место работы не менял. Все эти годы служит во втором отделе полиции. Самое сложное – это время. Постоянно на работе. Дома редко бывает. Наша задача – помогать людям выявлять, пресекать преступления, административные правонарушения. 115 участковых ежедневно стоят на страже правопорядка и спокойствия почти 500 тысяч жителей. Полицейские обслуживают территорию городских округов Люберцы, Дзержинский, Котельники и Лыткарино. Будь участковым, это значит знать практически все. Практически все, что происходит, практически все, что происходит на участке, практически все, что происходит в районе, в городе. За ежедневный труд и профессионализм всем сотрудникам вручили благодарственные письма. В этом году это уже 99-я годовщина праздника. Богдан Колесников, Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.